Друзья, всем привет, всем мира и добра. Итак, хотел вам сегодня сказать такую новость. Я приобрел винтовочку Крюгерган на 500-м стволе. Вот такая вот красота. Цель приобретения была снимать видеообзоры на оптику, которую я продаю, также показывать, как правильно ее пристреливать. Ну и так, видеообзор, краткий мини-курс по оптическому оборудованию, прицелам. Вот, я долго выбирал среди винтовок, какую приобрести, и вот остановился на PSP Krugergun. Что мне нравится, что она простая, как автомат Калашникова, и всегда можно найти в любой момент на нее запчасти. Что же я хотел на нее установить? Это вот такие вот сошечки. Такой вот длины. Китайского производства, но качество очень хорошее. Люфтов минимум, ну так все добротно проточено, качалочка есть. Ну с качалочкой, я думаю, надо будет еще поработать, чтобы она ровно ходила. Но думаю, для PSP это даже лучше, чем ничего. Ну что? Начнем установку сошек. Также на свою PSP хотел установить прицел, который был до этого в обзоре. Это прицел Discovery HD4x24 Gen 2. Вот такой вот прицел. Примерно подогнал колечки под себя, под свою вкладку. Перейдем к установке. Так, перейдем к установке прицела. Итак, вот такая у нас винтовочка. Мне очень все нравится. Очень все так симпатично сделано. До этого, ну, я разочаровался в Крюгергане, потому что у меня была, получается, булка на 300-м стволе. И она как бы, ну, не очень сильно так хорошо стреляла. Я подумал, что изделие Крюгерган так не очень. Но на данный момент мои сомнения развеяны, подержав в руках эту красавицу.
Она пришла ко мне в стойке, здесь нету антибздуна, поставим антибздун, поставим пружинку, все как надо сделаем, и будем обозревать нашу оптику. Вот такой вот у нас вариант. Всем всего доброго, всем мира и добра. Следите, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.